конечно, большой тест-драйв не мог пройти мимо новой семерочки от BMW. Ребята, и вы посмотрите на эти... Я не могу назвать их ноздрями. Нет, это не ноздри. Это пасть. Вообще, чем дальше мы с вами живем, тем мы видим все большую эволюцию размера значка бренда и пасти. А вообще, в принципе, используя новые технологии, я бы эту пасть развил бы на всю морду, а фары утопил бы внутрь этой прекрасной закрывающейся, как вы видите, решетки радиатора, что уже появилось на X3 два года тому назад. Ну и здесь в полной мере выражено для того, чтобы улучшить аэродинамику. Ребята, вопрос остается по-прежнему все тем же. Кто является адресатом семерки BMW? Потому что перед нами самый настоящий суперзаряженный V12 спорткар. Посмотрите на задние фонари. Да, мы впервые увидели эту архитектуру на трешке, представленной на прошлом парижском, кажется, автосалоне. Вот он, этот новый, я бы сказал так, BMW Lexus Style. Естественно, с продольной красной, так сказать, полосочкой. Она, кстати, тоже подсвечивается. Но это мода, которая пришла при помощи Volkswagen Group на рынок, да. И вот в лучшем виде, так сказать, воплощена уже. Вот ты смотри. Нет, ребята, это не холодильник. Почему? Это сабвуфер. Это холодильник. Да ну, чувак, алло, ты чего? Это холодильник. Точно? Конечно. Для органов. Слушайте, а сколько дорогой алькантары в багажнике? Да, нет, да, мы да. Даже не будем. Нет, нет, нет. Алькантары, кстати говоря, ребята, дороже, чем у Бентли. Да? Да. В таком багажнике и помирать не страшно, правильно? Да. Так. О, с ключом. Наконец-то. Наконец-то ключ. Наконец-то ключ. Чтобы была двойная гарантия, что ни одна сволочь не зальет туда какую-нибудь мерзкую мочевину. Ребят, ну вот, и... роскошь. Море роскоши. Ты посмотри, вот она. Ух ты. Мануфактур. BMW Individual Manufacture. То есть такой посмотри, второй. Подголовники. А тут посмотрите, тоже М-ремень. Слушайте, тоже мануфактур. Мануфактур полный. Посмотри. Ну, в общем-то, в качестве отделки. Правда, рычажок производит впечатление пластикового. Ага. По ощущениям. Вот. Но выглядит зато как железяка. Ну, открывайте, садитесь за руль, наверное. А вы сюда садитесь. Я посмотрю. Вот оно. О, вот оно. А ты посмотри, какая... Какая строчка! Ребята, и это не какая-нибудь там шерсть. Это силиконовый пластик. Да-да-да, круто. Мне кажется, это белая кожа. Нет, чувак, это палец, он силикон помнит. Ты посмотри. Класс, новый дисплей, ну, который мы уже видели на трешке, да? Все как у людей. На X5. Bowers & Wilkins не изменяет себе BMW. Смотри. Стекло сверху наверняка с эффектом какой-то подсветочки ночной, да? Ночное небо. И единственное, что вот обращает на себя сразу внимание, вот эта пластиковая штука, которая, так сказать, отправляет нас ассоциативно к Audi, да? Но здесь хоть чуть-чуть она, как бы, так сказать, в умеренном варианте присутствует. Да нет, ну это, конечно... Но опять же вопрос, парни, остается. Это спорткар или это членовоз? Или сразу членовоз спорткар. Но почему тогда нет руля сзади? А представляешь, круто, сидел бы сзади, чувак, и наруливал. Вот оно. Все прошито. Материалы. Все сделано, а. Вот здесь немножко много так глянца, мне кажется, да? Чрезмерно. Ну и здесь у нас что? USB. Еще раз обращу. Реально ощущение. Вот, вот она и сделана из пластмассы, зараза. И открывается вот так же. То есть, конечно, в эту машину я добавил бы технологию все-таки, что аудюшники используют, да, когда вот ты чуть-чуть приоткрываешь, у тебя сервомеханизм сам дверь выталкивает. Willkommen. Было дороже. Willkommen, herzliche, willkommen, erste Schritte, Systemsprache, Mobilisgerät. Что? Auf externem Grad. Посмотрим на, так сказать, другие аппараты. То есть как-то немножко странно, да, машина уже есть, а ее презентация еще только будет. Собираются журналисты и делают вид, что они эту машину еще не видели. А мы как бы ее уже видели, и вот мы вам уже ее показали. Вот издалека, как выглядит новая семерка, идите сюда.
Ну, посмотрите, особенно вдали, да? Хорошо заметно, что гипертрофирована раздутая морда. То есть агрессия, агрессия. Она. Тут, кстати, такой строчки нет, плетеной косички. И дерево. И дерево, да. А ведь на такой машине может ехать канцлер. Нет, Штирлиц. Ну вот она, трешка, которая долгожданная, да? Вот, шикарный автомобиль. И обратите внимание, как сделан двухуровневый, так сказать, порог. То есть вот он здесь начинается и уходит назад. Это круто. Не, машина получилась охренительной. Надеемся, что она и едет точно так же, как она нарисована. Ну и девочка. Со стенда BMW, да. По-немецки у слова «девочка» третий род. Оно. Das Mädchen. Das Mädchen? Das Mädchen. Вот, в принципе, костюмы выражают суть этого слова.